Он его назвал свиньей. Ну да, ну конечно, это неприятно. Причем там, да? там причем так было. Они, это же было на, это, на дуэли взглядов, он ему сначала руку пожал, Дацику, да, такой типа кивнул, ну, мол, все на дружелюбие, там все дела. А потом, ну, это во всяком случае через переводчика, но я думаю, что она верно перевела. То есть он сказал, что я вижу перед собой испуганную свинью. В общем, вот так вот было. Ну да, но я не знаю. Ну, поэтому Слава, наверное, с одного удара его и прикончил. Ну, вот, вот это, знаете, для будущих соперников, Слава, не надо его так обзывать. Все, тогда у вас есть шанс. Ну, вот теперь, получается, Дацик будет биться в финале или с Кудряшовым, или с Вагабовым. Ну, серьезно, а? Ребята, что тот, что другой, как считаете, есть у Дацика шанса первым стать в этом гран-при? Знаете, я скажу так, кто не верит Славу, посмотрите его бой против Андрея Орловского. Давным-давно. Вот такой вот неказистый паренек вышел, который меньше был габаритами и всем. Ну, непонятно, с какой-то техникой там. Просто, ну, сложил такого здорового парня. Просто Слава в том и есть его, такая, не знаю, уникальность, не уникальность. То есть, главное, что у него есть, то, что он заднюю не врубает, правильно? Он пойдет до конца, и все. А тот, кто идет до конца, у него всегда есть шанс. Шансов нет у того, кто обсирается. Если бы он обсирался, тогда, да, мы бы говорили, а Слава будет драться до конца, плюс у него есть жесткий удар, плюс еще важно, у него есть неповторимая для многих техника, то есть у него своеобразная техника нанесения ударов и хороший жесткий удар, от которого падали, я еще раз говорю, серьезные люди. Это же вы сами сказали, что вот этот человек был там чемпионом Глори, да, или чего он там был. Ну это да, же ну, не просто... он, правда, в Польше там за 6 секунд упал, ну ладно, но в любом случае, он был чемпионом Глори, он там 3 раза с Вахитовым бился, ну как бы, он в принципе не старый, ему 32 года, он моложе нас с вами. Да, что-то выглядит, он старше Славы, если честно. 89-го года вроде как. Может, списанный возраст. Да, вообще не знаю. Ну, короче, не знаю, я верю в Славу, я ему желаю победы, я ему желаю удачи, у него непростая судьба, такого простого уличного пацана, ну, как и многие другие, как и мы все, по сути, бойцы наши, русские, да, поэтому, блин, приятно наблюдать то, что, несмотря на все сложности в жизни, он нашел свой путь, нашел себя, нашел РЕН-ТВ, да, это же в РЕН-ТВ рамках проходит, да, по-моему? Ну, это было на турнире «Правда», но показывали РЕН-ТВ, ну, то есть как бойцовский клуб РЕН-ТВ, в принципе, ну, как бы в копромоушене, одним словом. Короче, Слава выбивается в самые серьезные боксеры, профессионалы России. Ну, это не может не радовать вот меня лично.